мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Вы знаете, конечно, это эмоциональная вещь, это глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Но надо помнить, что те люди, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Ну что скажут люди? Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались. Притом, я хочу предупредить организаторов, если будет это предложение сегодня принято, никого тащить на это мероприятие не надо, Игорь Петрович. Не хотят люди, боятся, берегут здоровье. Мы это поймем. Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их беречь. Хоть они первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь старой своей тактики. Стариков надо поберечь. Нельзя разбегаться по норам. Оправдания этому не будет. Поэтому давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано, как положено. Об этом мы позже скажем, может быть, из трибуны этого парада.